All in. Поддерживаю. Не опасно. Full house. Каре. Похоже, я все. Сереж, проведи. Слушай, я вот не понимаю, зачем ты пиццу заказывал? Посмотри, какие гады вкусные. Я бы с удовольствием, просто аллергия не позволяет. Можете попросить охрану проверить, вдруг она уже приехала? Да не переживай. Они знают, что делать. Продолжим. Угу. Ну что, пиццу привезли? Нет. А ты что, заказывал пиццу и мне не маякнул? Да нет, это новый терпила, который способ. Пиццу заказывали? Кто-нибудь рассчитается? Ну ты долго ехал, ни хрена не получишь. Похоже, сегодня не ваш день. Точнее, ночь. Ты вообще знаешь, что я никогда не проигрываю? Ну, все бывает впервые. Тем более, что деньги в ближайшие лет 10 вам не понадобятся. Это почему? Потому что вы будете в тюрьме. Мент, что ли? Жаль. Ты вообще знаешь, с кем ты связался, малец? Полиция! Руки расслабили! Все уже! Догадываюсь. Алексей Аркадьевич. С рейдером, с вымогателем, возможно, с убийцей. Пакуйте вы, ребята. Сейчас смотрел. Ну, у него серьезные связи. Да? Да. Знаешь, мои родители в 90-е были бизнесменами. На них столько этих серьезных друзей наезжало. Вот поэтому я решил пойти в полицию. Кстати, Илюха, иди мою пиццу. А, да. Сейчас. Ну что, не боишься? Нет. Стриги. Да я про твоего полицейского. Время сейчас неспокойное. Знаешь, как его в отделе называют? Как? Ваня Броня. Так что нет, не боюсь. Ваня Броня. И что, думаешь, предложение сделает? Сколько вы встречаетесь? 2 месяца? Ну, он настроен серьезно и всячески дает мне это понять. А ты? И я. Повезло тебе, Жанка. Ну, знаешь ли, я себя тоже не на помойке нашла. Так что еще непонятно, кому повезло.
привет. Ну ты красава, конечно. Молодец. Ну что, выспался, герой? Ой, завязывай, Стасов. Ну а что завязывай? Не я на Горобца вчера наручники одел. Да вместе надели. Да, я просто помог. Ну как? Жизнь мне спас. Представляешь? Тебя Жемерев зовет. Понял. Входите. Павел Алексеевич, здравствуйте, вызывали. Проходи, Ваня. Ты проделал большую работу, поздравляю. Спасибо, но хочу отметить, что разрабатывали Горобца мы вместе с лейтенантом Карелиным. Ну, я и говорю, молодцы, только вот Ване мне конкретика нужна. А Горобец искал своих жертв, лично их прощупывал и потом передавал их хозяину. А хозяева кто? Вот с этим проблема, мы пока не знаем. Просим вас еще пару дней. Ну, разве что пару. Вань, меня начальство очень сильно трясет. Я понимаю, конечно. Ну, а теперь о главном. Мне тут разведка доложила, что нашего сокола хотят в клетку посадить. В смысле? Ну, я про твою свадьбу. А, Бореев доложил. Интересная, интересная перспективка нарисовалась. Илюш, вы же Горобца вместе вязали, да? А в кабинете у Жемерева только Ваня Броня сидит. Твали. Да чего ты так, стажер, не переживай так. Я же за справедливость топлю, так сказать, о перспективах. Опа! Илюх, пойдем возьмем перекусим. Держи. Спасибо большое. Похоже, ты понравился. Слушай, ну мне тоже нравится. Но я без пяти минут женатик, помнишь? Кстати. Вот. Ух ты. Сколько отдал? Все, что было. Красивая. Да. Да, жена того стоит. Слушай. Ну ты себе тоже кого-то нашел? Ты на себя посмотри, ты молодой, перспективный. Цены себе не сложишь. Тебе женщину найти. Жизнь бы сразу заиграла другими красками. Угу. Скажи, когда мы будем Горобца допрашивать? Завтра. Эта скотина думает, что у меня нет никаких козырей, но он не знает про мою папку с уликами. Какую папку? Ну, короче, я кое-что нарыл. Есть у меня один дружок. Благодарю. Да, Жанночка. Ты еще на работе? А, нет, уже собираюсь выезжать, вот. А, у меня небольшая встречка, и я сразу к тебе. Хорошо? Ну, прекрасно. Целую. Целую тебя, да. Все. Давай. Привет, дружок. Как ты тут? Это что такое, Тайсон? Тайсон, что это такое? Я не понял. Это кто сделал? Ты зачем мясо съел? Мне же ужин надо готовить. Предложение делать. О, я тебе что, мало кормлю, скажи? Что ты смотришь на меня? Псина.
Сиди в углу. Девушка, здравствуйте. Я хочу сделать заказ. Еду к тебе. Так. Мне звонит Алка, подружка. Я обещала ее в аэропорт завести. Ага. И забыла про это совсем. Она теперь, наверное, меня проклинает вместе с тобой. Но я точно не суеверный. Проходи. Привет, Тайсон. Он наказан. За что это? Представляешь, съел мясо, которое я хотел приготовить на ужин. Жук. Поэтому пришлось заказать суши. А я тебе не говорила разве? Я теперь паскетарианка. Это что такое? Ну, ем только рыбу, мясо вообще не ем, так что суши как раз кстати. Ну, круто. Хороший. И неуправляемый. Что ты смотришь на меня? Как и его хозяин. Ну, вообще, я знаю, почему он так ведет себя. Я его практически никуда с собой не таскаю. А ты не можешь брать его на работу? Я его даже водил на курсы дрессировки, но начальство против. Сейчас, секундочку. Ты куда? Сейчас, сейчас, сейчас. Жан, скажи, а ты думала, что будет дальше? А ты о чем? О будущем. Знаешь, я часто вспоминаю тот день, когда мы познакомились. Я посмотрел в твои глаза и понял, что ты одна такая. Ты помнишь тот день? Конечно, помню. Думаю, такие встречи – это не случайность. Я тебя люблю. Ты выйдешь за меня? Ваня. Ваня, ты что, серьезно? Ну, да. Да, я выйду за тебя. Примеришь? Такое красивое. Ну, это просто кольцо. Вот ты красивая. Thank you.
ваш сосед. А, я помню, мы же в лифте утром ехали. Я вспомнила. Точно. А где Нина Аркадьевна? Она здесь раньше жила. Так они переехали и квартиру на продажу выставили. Вот, сдают. Шумно. Мешаем спать. Я могу попросить, чтобы сделали потише. Да нет, делайте громче. Я все равно в полиции работаю. Заходи. У нас весело. Меня Ася зовут. Илья, очень приятно. Да нет, спасибо. Я рано вставать завтра. Жаль. Илья! Ты классный. Заходи, если что. Вань. Доброе утро. Кажется, кому-то пора на улицу. Тайсон, иди в гостиную. Иди в гостиную. Он никуда не уйдет. Придется совмещать полезное с приятным. Как насчет круассана? Ну, только если ты недолго. 10 минут. Будешь скучать? Да, мой капитан. Пойдем гулять. Тайсон. Пойдем. Мама, посмотри, какая собачка. Можно ее погладить? Нет, Мария, идем. Можешь погладить, она не кусается. Рядом. Сидеть. Хороший мальчик. Тебе достанется круассан, понял? Идем, идем, идем. Идем, идем. We'll be right back.
Я очень хорошо помню тот день, когда Иван пришел к нам на стажировку. Был такой же мартовский день. Он зашел ко мне в кабинет, бросил документы на стол и сказал, что я могу их не читать, потому как он собирается переводиться в центр. Я ему ответил, можешь побегать у нас месяцок, я напишу рекомендацию. Вот так месяцок затянулся на 10 лет. Светлая память тебе, Ваня. И прости, что не уберегли. Как ты, Надь? Знаешь, Лёш, Ваня всегда... Он говорил мне, что такое может случиться, но я только смеялась. А теперь... Ты знаешь, кто это сделал? Мы их найдем. Это все равно его не вернет. Ты надолго в городе? До вторника, пока не решу все формальности. Может, останешься? Я не знаю, что мне делать с Ваниным псом. Может, ты бы мог за ним присмотреть, пока я не найду для него новых хозяев? Конечно. Себе взять не хочешь? Я не могу. Ну, у Руслана аллергия на животных. Руслан? Твой парень? И у вас все серьезно? Ты никогда не думала, как бы все сложилось, если бы ты поехал со мной? Все могло бы быть по-другому. Но все так, как есть. Не сейчас, Илья. Мы потеряли не только сослуживца, но и, ну и друга, товарища, хорошего товарища. Он был из тех, кто всегда готов был прийти на помощь к тем, кто в этом нуждался. Таких сейчас мало. За тебя, Ваня. Пусть земля тебе будет пухом. Павел Алексеевич, отдайте мне Ваня на дело. Занимайся делом, Горобца, это лучше, что ты сможешь для Ивана сделать. Утром Жанна уходила. Я увидела у нее на пальце обручальное кольцо. Ваня что, сделал ей предложение? Да, прям перед... Как она? Держится? Ты же знаешь, я хорошо чувствую людей. Поэтому да, поверь мне, она точно в порядке. А ты? А я хочу тебе сказать спасибо за Тайсона. Как только все дела решатся, я его обязательно куда-то пристрою. Илюш, я могу тебя еще кое о чем попросить. Конечно. В общем, вот второй комплект ключей от квартиры. Ты бы мог заходить раз в неделю, просто цветы поливать. А, да? Просто квартиру выставляю на продажу. Для этого нужно какое-то время. Ты уверена? В чем? В продаже квартиры.
Илья. Прости. Ты же водишь? Да, но давно не садился за руль. Вот, держи, пользуйся. Нет, я не смогу. Ну, Ваня очень дорожал той машиной. Слушай, ну тогда она будет просто ржаветь во дворе, и все. А так... Я... Все, все, беру. Я не вожу, да и не хочу. Да и потом, будешь за ней ухаживать, Стась, нам так будет проще. Держи. Спасибо. Прости, Илюш. Я хочу побыть одна и немного собраться. Я понимаю. Так. Скажи, а Тайсона вещи забирать? Место, а? Куда? Ну мне что, силком тебя тащить, что ли, а? Да как мы до дома доберемся, блин? Я тебя очень прошу. Вот так бы сразу. Тайсон, ко мне, мамашек. Да, ко мне. Да, иди сюда. Это все из-за тебя, между прочим. Пошли. Направо. Ну, что стоим? Заходим. Если ты сейчас не зайдешь, мне придется оставить тебя здесь. Слышишь? Здесь будешь ночевать? Ну хорошо. Диван для людей. У тебя вот место. Это был мой вареник. Ты что, вареники любишь, что ли? Ну ладно. Пошли. Ну сейчас ты что?
Вон у тебя и дальше. Диван только для людей. Спокойной ночи. У тебя сегодня сколько уроков? 5. Сейчас вы освободишься? Угу. С Ольгой Викторовной все решили? Да. Здравствуй, Мариш. Доброе утро, Петя. Максим, что нужно сказать дяде Пете? Доброе утро. Доброе утро, Максимыч. Марина, ужин сегодня в силе? Да, конечно. Мне сразу к тебе приехать? Да не, не надо, я заеду, не волнуйся. Во сколько? Ну, давай 8:00. У меня сегодня аврал. Договорились, целую. И я тебя целую. И я тебя целую. Ай, Макс. Хочешь мое мнение, стажер? Лучше тебе сразу все это бросить и бежать быстренько, не позориться. Если Короченко с этим не справился, то куда тебе уж? Ты хоть одно убийство в своей жизни раскрыл? А? Ты где там раньше работал? Кто там сейчас начальник? Батырев? Ну так возвращайся к нему, он тебя примет с распростертыми объятиями. Слушай, Люх, ну объективно, Стас же прав. Ну, здесь у тебя шансов мало, а там, может, героем будешь. Вы сколько дел раскрыли за последний год? 4? 5? Не помню, чтобы Жемелев вам премию давал за раскрываемость. За языком следи. Ничего. Изучу дела. И раскрою. Не стыдно тебе? Скажи, не стыдно вот это ты все натворил здесь? Это любимое хозяйское кресло. Она мне этого не простит. Карелин! Анна Евгеньевна, а что вы здесь делаете? Что я здесь делаю? Это моя квартира, что это за срач? Ой. Анна Евгеньевна, это все Тайсон. Какой Тайсон? Я же вижу, это собака. Анна Евгеньевна, ты не расстраивайся, все так, мы все уберем.
здесь все надо новое покупать. Я куплю. И за посуду уплатишь. И за посуду. Ну давай, кобель. Ой, стоп. Ты. Слушайте, он не кусается. Не кусается. Я знаю, это не кусается. В соседнем дворе точно такой. Полдома до инфаркта довел. Ну, извините нас. Значит так, Карелин. Даю тебе 2 дня. Послезавтра, чтобы съехал. Анна Евгеньевна, куда? Меня это не волнует. Замолчи! Ну, Анна Евгеньевна. Чтобы завтра. И он здесь и духу не было. И покрою все расходы на ремонт. Хорошо. Ну и что теперь делать? Жень, буквально 3 дня. Ну пока я квартиру себе не найду новую. Ну давай на 2. Ну, хотя бы на 1 можешь? Да звонил я по объявлениям в интернете. И ему я тоже звонил. Ладно, я все понял. Выходи. Давай, давай. Выходи. Выходи, говорю, мы приехали. Давай. Давай, иди сюда. Чем вам не угодил такой красавец? Привет. Он меня не слушает. А у вас вообще когда-то были собаки? Была. У деда. Жужа. А вы знаете, что собаки очень хорошие эмпаты? Они чувствуют настроение хозяина, а особенно мы чувствуем, когда нам не доверяют, да? Меня он вообще не воспринимает. А вы попробуйте с ним как с равным. Как с другом. Пробовали? Обязательно все получится. Послушайте, у меня времени нет. У меня обстоятельства. Мы можем его забрать, но ему здесь будет очень плохо. Почему? Это не первая собака, которую предают. Вон, полюбуйтесь, сколько их. Я пойду за документами, а вы попрощайтесь с ним. Все, идем. Это как? Посмотрите ему в глаза. Возьмите за лапу. И вот так, глядя ему в глаза, скажите, что никогда больше за ним не приедете. Что он может вас больше не ждать.
Максим, у меня сегодня первый день в новом отделении. Я не смогу тебя забрать вовремя. Бабушка приедет. Нет, за тобой приедет дядя Петя. Мам, я не хочу, чтобы он меня забирал. Максим, ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать такие вещи. Какие такие вещи? Мы с дядей Петей любим друг друга. Неправда. Что неправда? Что вы любите друг друга. Это неправда. Максим. Он не такой, как папа. Макс, папы больше нет. Такого, как папа, больше нет. И никогда не будет. Максим! Нет! Алло? Надь, это Илья. Да, Илюш. Прости, что с такой просьбой. Да просто хозяйка квартиры, которую я арендую, она... Ненавидит собак. Да, прости, пожалуйста, я не хотела тебя так напрягать. Оказалось, что в нашем городе снять квартиру с собакой, да еще и с моим бюджетом, не такая простая задача. Прости. Могу я пожить в квартире Вани? Буквально несколько дней. Конечно, я должна была сама тебе предложить. Фу, слушай, я как только найду квартиру, мы тут же съедем. Спасибо тебе. Илюш, не торопись. Живи столько, сколько тебе нужно. Спасибо. Фу. Поехали. Прости, я бы взял бы тебя с собой, но у нас начальник злой, как... Ну, ты понял. Павел Алексеевич? Здравствуй. Здравия желаю. А ты что собаку в машине заграл? Ты бы окно приоткрыл, а то еще задохнется. Ты что, не слышал о таких случаях? Так вы же запретили в отделение с собакой. Слушай, это не тот пес, о котором мне Ванька все уши прожужжал? Он, Тайсон. Очень смелый, послушный. Может, в память об Иване можем взять его на службу, попробовать. Вы серьезно? Ну да, почему бы не попробовать. А все теперь зависит от тебя, ну и от него, конечно. Спасибо, Павел Алексеевич. Ну, вылезай. Давай, пошли. О! Да, ну, а теперь о главном. Сегодня к нам назначен новый сотрудник, следователь с большим опытом, так что она... Она? Ну да, она проработала несколько лет в убойном отделе, так что будет теперь работать вместо Ивана, а тебя возьмет под свое крыло. Мы будем работать вместе? Ну да. Рядом. А вот и она. Прошу прощения за опоздание, пробки. Здравствуйте, Марина Александровна. Можно просто Марина? Как скажете. Майор Филипенко. Просто Илья. А это Тайсон. Пес погибшего капитана Короченко, опытнейший специалист. Ладно, мне нужен список всех нераскрытых дел, которые вел Короченко. Их очень много, я еще не успел. Я не спрашивала, много их или мало, мне нужен список. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина Александровна Филипенко. Всем привет. Павел Алексеевич разрешил Тайсону служить со мной. С Тайсоном-то все понятно. А вот вы, Марина Александровна, новый напарник Карелина? Старший. А кто это сказал? Руководство.
Вот ваше рабочее место. Уберите ноги со стола. Ну, вы же не мой начальник, а... Ну, в данном случае я женщина, перед которой вы неприлично развалились в кресле. Я вернусь, когда вы вымоете стол. Тут рядом есть симпатичное место. Можем посидеть, обсудить все дела, так сказать, в честь первого рабочего дня. Я угощаю. Послушайте, меня сюда перевели не для того, чтобы по симпатичным местам ходить. Можно ты. А для того, чтобы расследовать убийство капитана Короченко и повысить раскрываемость. Да. Поэтому прошу вас соблюдать профессиональную субординацию. Договорились? Договорились. Чтобы завтра у меня был подробный отчет по всем нераскрытым делам, а также о ходе расследования убийства капитана Короченко. Есть. Суровая, да? Место! Место! Пристегнись! А еще меня сегодня перевели в новый отдел. Какой? 17-й, на окраине. Ничего себе. Ну что, им там своих работников не хватает? У них убили оперативника, и меня перевели на его место. А. Ну, за что это так с тобой? Лыков наказал за самодеятельность. Надолго? Говорит, временно. Но я-то его знаю. Не бери в голову. Послушай, между прочим, у нас в меню появились новые десерты. Как ты на это смотришь? Очень хочу. Но если моя фигура пострадает, ты меня разлюбишь. Ни за что. Поеду от греха подальше. Я тебя проведу. Петь, ну я тебя уже полтора часа жду. А у тебя есть дела поважнее? Извини. Рассказывай. Ну, они стартуют завтра в 9 утра с металлургической, поедут по окружной. Сколько человек? Трое. Вооружены стандарта? Да. И? Пол лимона. Значит, действуйте по схеме. Я осторожен там, понятно? Понятно. Давай. Мам, что бы я без тебя делала? Да, рассказывай давай. Мне тебе нравится? Петя? Да, вполне. Иначе это голос уверенности не слышу. Я помню, как ты по Сашке с ума сходила. Мам, Саши нет уже 4 года. А Максиму нужен отец. И ты считаешь, что он сможет взять на себя такие функции? Возможно.
Мариш, ты помнишь, что всегда говорил тебе твой папа? Помню. Помню, мама. Он говорил тебе, слушай всегда свое сердце. Ладно, я дальше сама. Врубай красный, больше не переключай. Есть. Чего ты остановился? Включай проблесковые, поехали. Окей, поехали. Но вроде оторвались. Давай, можем работать. Ветер сдувает. Все. План Б. Внимание, план Б. Тут есть маленький секрет. Тайсон, сидеть. Позвольте. Просто. Вот так. Доброе утро. Спасибо. Пожалуйста. Привет, Тайсон. Привет. Привет, дружок. Привет. А мне так не радуешься. Вы подготовили список, о котором я просила? Да, конечно. Пожалуйста. А как продвигается дело об убийстве Коротченко? В процессе. Конкретней. В процессе допроса Грабца. А это кто такой? Взяли его за 2 дня до гибели Вани, Ивана. Нам удалось доказать его причастность к нескольким рейдерским захватам. Ваня считал, что нас выведет на более крупную рыбу, но пока молчит. Но это пока. Я хочу сама его допросить. Это бесполезно. Он тертый калач. Ну, я тоже. Мариночка, добрый день.
Добрый день, Павел Алексеевич. Мне будет комфортнее, если вы будете называть меня просто Марина. Да, конечно. Марина, зайдите ко мне в кабинет. И ты тоже. Пошли. Жди здесь. Полтора часа назад были ограблены инкассаторы. Та же бригада? Ну, почерк тот же. А куда направлялась машина? В хранилище на Энгельсе. Что за банк? Квадро, слышали? Я слышал. Я правильно понимаю, что за последний месяц было совершено два подобных ограбления? Да, совершенно верно. И во всех случаях был использован гранатомет. Так что похоже, что действовали те же ребята. А есть какие-нибудь зацепки? Ну, к сожалению, пока нет. Работает очень чисто, следов не оставляет. А в камеры что-нибудь попало? Тоже нет. Работают там, где нет видеонаблюдения. Хитро. Ну все, ребят, давайте работать. Ясно. Одну секунду. Послушай, Илья, у Марины большая раскрываемость, так что слушай во всем и учись. Павел Алексеевич. Никаких Павел Алексеевич. То, что она работает в нашем отделе, это большая удача. Так что постарайся сделать пребывание максимально комфортным. Давай, работай. На чей поедем? Каждый на своей. Давай, вперед. Добрый день. Майор Шерепенко. Здравствуйте. В какую больницу увезли пострадавших? 17-ю. А сколько средств похищено? 482 тысячи долларов. Американских. Да, камер тут нет. Как обстановка? Все под контролем. Один из инкассаторов успел заметить, как подозреваемый скрылся с места преступления на мотоцикле. А второй видел коптер. В каком направлении скрылся, он видел? Да, в северо-восточном. А марку или номера мотоцикла запомнил? Говорит, спортивный. Ну, такой, для прыжков. Это орудие преступления? Да. Пойдемте посмотрим. Дайте! Чего ты тут нашел? Неплохо для начала. Карелин, что происходит? Что? Тайсон? Мало того, что Тайсон топчется по уликам, так и вы тоже. Я уже закончил работу. Можно топтать. Ты такой красивый. Дай я тебя сфотографирую. А вы куда? В больницу. Пошли, мы тоже. Вперед.
Господа, да вы в своем уме? Куда вы с собакой? Это же больница. Все в порядке, это полицейский. Значит так, ага. Говорить буду я, а вы стойте здесь. Вот. Чью? Оперуполномоченная Филипенко Марина Александровна. Вы один из пострадавших инкассаторов? А где остальные? Вы, ребята, в реанимации, они без сознания. А вы кем приходитесь? Зернов Аркадий Алексеевич, начальник отделения банка, из которого, собственно... А, прекрасно. Значит, мне придется вас вызывать отдельно. Аркадий Алексеевич, ну вы же прекрасно понимаете, что подобные преступления происходят по наводке. Кто знал, что машина поедет именно этим маршрутом? Именно в это время? Не имею ни малейшего представления. Клянусь, в моей практике такое впервые. Но мы уже ведем служебную проверку. Аркадий Алексеевич, а вы не против, если я возьму полный список сотрудников отделения за последние 5 лет? Что она все думает, а? Ну и что, что главное управление? Что, тебе все можно, что ли? Ты что? Все в порядке. Проходим. Молодой человек. Что это? Это полицейский пес. Видите, выправка какая? Смотри. А? Как тебе? В следующий раз надо будет трости и очки взять. А ты типа собака-поводырь. Значит так, Карелина. Сейчас поедете с Аркадием Алексеевичем в банк. Возьмете у него полный список сотрудников за последние 5 лет и путевые листы инкассаторов за последний год. Понятно? Понятно? Стоять! Уберите собаку, я все скажу! Я все скажу! Уберите собаку! Ну, пожалуйста! Фу! Тася, фу! Он все скажет. Они сами на меня вышли. Как? Ну, где-то неделю назад был звонок с анонимного номера. Мне предложили встретиться. Ну, и мы встретились. Лицо вы запомнили? Поможете составить фоторобот. А вы что, не поймали его? Господи, а откуда у вас тогда его этот амулет? Здесь вопросы задаем мы. Повторяю, как он выглядел? Ну, где-то под 40. Обыкновенный уголовник. И это все? Все. Где вы его встретили? На пустыре, за проспектом Жданова. Показать сможете? Да, конечно, да. Сколько он вам предложил? 25%. Вы меня посадите? Ну, сейчас вы нам расскажете все, что было после того, как вам позвонили. Составите фоторобот подозреваемого. Если ваши показания окажутся целостными, конкретными, а самое главное, честными, мы учтем их впоследствии. Идет? Да-да, да-да.
Сидеть. Тайсон, ты молодец. Да, я тебя поцелую. Хорошая работа, Илья. Да. Вы назвали меня по имени? Заслужил напарник. Место. Лучше меня поцеловала. Две лапы, пожалуй. Привет. Привет, Илюш. Прости, я не должна была тебя предупредить. Что случилось? Нет, то есть, да, это не важно. Вставай. Иди сюда. Присаживайся. Я совсем запуталась. Рассказывай. Давай. Тебе нужно выговориться. Мы познакомились 3 года назад, в день рождения моей подруги. Я так влюбилась, голову потеряла, и все произошло так быстро. Как в сказке. Мне казалось, что между нами есть что-то очень важное, и что мы созданы друг для друга, понимаешь? Прости, тебе, наверное, неприятно это слушать. Нет. Все в порядке, продолжай. Мы начали планировать свадьбу. Он об этом заговорил и подарил мне кольцо. Потом... Потом я все узнала. Нет, конечно, я подозревала. Мне об этом говорили, но я не хотела в это верить. Понимаешь? Нет. Все в один момент рухнуло. Он изменил. Сам сказал. А там и так все было понятно, Илюш. Об этом все знали. Все, кроме меня. Ну, что я могу сказать? Подонок. Мне только один вопрос волнует. Почему он это делает? Что со мной не так? Неужели ему меня одной недостаточно? Конечно, был скандал, и он говорил, что меня очень любит. Что этого больше не повторится. Я ему больше не верю. Поэтому я села на автобус и примчалась сюда. Можно я тебя пошлю? Конечно.
Это же твоя квартира. Хочешь, я съеду? Ты что, оставайся здесь столько, сколько нужно. Твоем веселее. Прости, Тася. Втроем. Не-не, он по-человечески не понимает. Кав-кав. Кав. Выходим. Пошли. Давай, давай, давай. А вы куда все? Только не говори, что Марина тебя не предупредила. О чем? Грабители позвонили Зернову. Хотят отдать его долю. Но Марина заставила договориться о встрече. Почему мне никто не сказал? Почему ты мне ничего не сказал? Мы, кажется, не переходили на «ты». Может, пора перейти? Илья, я прекрасно понимаю, что вас напрягает мое присутствие в отделе. Но если вы считаете, что я хочу тут работать, вы глубоко заблуждаетесь. Единственное, что я хочу, это раскрыть преступление и вернуться к себе в отдел. Поэтому у вас есть два варианта. Либо вы работаете по моей схеме, либо... Что? Либо мы будем с вами прощаться. Хочу вам напомнить, что Зернова мы бы не вывели на чистую воду, если бы не Тайсон. Начинается. Что? Я должен вести это дело. Я не против, чтобы вы вели это дело, но пока мы с вами стоим и оба чешем языками. А нам не мешало бы выехать на позиции и занять место. Мне кажется, никто уже не придет. Тихо. Сохраняйте спокойствие. Скоро все увидим. Тайсон, тебя это тоже касается. Ты место выбирал. Я, конечно. Запусти, на всякий случай. Делаю. Подтянулся. Жадная Нина. Внимание! Дрон. Чисто. Иди рассчитаю. Работаем. Thank you.
Добрый день, Аркадий. Фух. Что-то неважно выглядите, Аркадий. Как себя чувствуете? Более-менее. Хорошо. Менты допрашивали? Ну, в общем, допрашивали. Угу. И что ты им сказал? Ничего. Ну, в смысле, ничего такого плохого. Все, как вы велели. Ага. Ну, тогда молодец. Держи. Пересчитай. А теперь молись. Захват! Где остальные? Тайсон, фу! Где твои подельники? Кто где? Уводите. Я себе тоже такую собаку заведу. И так же назову, когда из тюрьмы выйду. Пойдемте, Аркадий. Рядом, рядом. Допрос Лобанова завтра в 9. Будьте на месте. Да. Марин, я был неправ сегодня утром. Если я что-нибудь могу сделать... Мне пора. Черт возьми, что такое? Подвезти? Макс, прости, я опоздала. Машина сломалась. Попросила коллегу подбросить. Привет. Привет. Классная тачка. Можно на ней приехать? Конечно. Поехали. Залезай. А это кто? А это Тайсон. Привет, Тайсон. Не бойся, он добрый. Привет. Давай, садись, садись. Ты уверен, что это была именно она? Зуб даю. Банкир ей нас слил. Я сразу говорил, нельзя ему верить. Банкир? Что будем делать? С ней. С ней? Это ты все просрал. И твои люди. Так. А ее не смей трогать. Даже не думай. Лобанов твой не расколется? Нет, он уже знает, что с ним будет, если он заговорит. Да. И с тобой тоже. Иди. Мне не звони, я сам с тобой свяжусь. Спасибо, что подвезли. Дядя Илья, а можно я еще как-нибудь поговорю с Тайсоном? Конечно, можно. Понравилось? Забирай его навсегда. Супер! Пока, Тайсон. Завтра в 9? Угу. Предлагаю перейти на «ты». Я согласен. До
свидания. Пойдем? Дай всем пока. Ну что, как спалось, Лобанов? А я человек неприхотливый. Ну, что на шхонке, что в люксе. Хотя в люксе, конечно, лучше. Ты знаешь, зачем мы тут, поэтому я не советую тебе тянуть резину и рассказать, с кем ты грабил инкассаторов. А чего вы взяли, что я кого-то грабил? С того, что мы нашли у тебя деньги, номера купюр которых совпадают с похищенными. Еду я в автомобиле. Смотрю, везде ЛВ валяется. Остановился, подсобрал. Где тут грабеж? Не дури. Не дури, у нас с тобой расклад простой. Либо ты садишься за ограбление до 5 лет при нашем содействии, либо не за ограбление, а за покушение на убийство. Это от 7 до 10. Как тебе такая перспективка? Красивая ты баба, тетя. Таких и обломать как-то не с руки. Хотя придется. Потому что в тюрьме стукачей режут, как свиней. Нравится мне такая перспектива? Боюсь, что нет. Поэтому хотите шить дело? Шейте. А я посмотрю, что получится. Можешь не сомневаться. У нас получится. Как страшно жить. Он заговорит. Может быть, не сейчас, но обязательно заговорит. А что сейчас? А сейчас будем копать. Я знаю, где это делать комфортнее всего. Копать, в смысле. Предлагаю пойти в кафе. Послушай, Карелин, то, что ты вчера подвез меня до дома, это еще не значит, что можно набиваться ко мне в друзья. Да. Но? Иди работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что-то себе выбираете? А, скажите, Нина здесь работает? Да, это я. Чем могу вам помочь? А, меня зовут Надежда Короченко. Короченко. Вы, наверное, супруга капитана Короченко. Сестра. Угу. Ваня погиб недавно. Мои соболезнования. А чем я могу быть вам полезна? Дело в том, что я еще работаю. Хорошо. Кем бы вы хотели работать? Я могу быть продавцом-консультантом. У вас есть какой-то опыт работы? Раньше я работала в строительной компании менеджером по продажам. Ясно, значит, можно считать, что опыта у вас нет. Ну почему? Ну потому что. Потому что здесь не стройка. Я думаю, вы это видите и понимаете. Ай, господи, как же вы не вовремя. Но я обязана вашему брату, он раскрыл преступление и вернул украшения нам. Так что отказать вам я не могу. Давайте так, вы придете завтра утром, и мы посмотрим, что из вас можно испечь. Скажи, когда мы будем грабца допрашивать? Завтра. Этот сукин сын думает, что у меня нет никаких козырей. Просто не знает про мою папку с уликами. Какую папку? Ну, короче, я кое-что нарыл. Что тут у вас? Да ничего. Лобанов молчит. А потому что нужно было мне его допрашивать. Я бы его по стариночке. Ну и что дальше будете делать?
Марина сказала, нужно копать. Марина? Ты ее уже Марина называешь, а я сразу заметил, что ты к ней неровно дышишь. Да ты не переживай. Вы будете отличными напарниками, как в американском кино. Тайсон, что сидим? Ищем Ванину папку. Так, не сейчас. Илья, угадай, что сегодня произошло? Что сегодня произошло? Нашла? Папку! Какую папку? У Вани была очень важная папка, он тебе ничего не рассказывал? Нет. А что ты нашла? Нашла работу. Поздравляю. А где? В ювелирном. Полгода назад их ограбили, и Ваня раскрыл их преступление. Ты помнишь такое дело? Да, конечно. Тебя взяли работать в ювелирном. Да. Все, я очень рад за тебя. Я рада. Рад. Ильиша. Предлагаю отметить. Как? Как раньше. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Ты выглядишь грустно. Нет, все хорошо. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы в это поверить. Ты счастлива? Мы с Русланом строили столько планов. И все они обрушились. И все поменялось. И я больше не понимаю, где я и что будет дальше. А о нас ты думала? Что ты счастлив и так, и что я тебе не нужна. Это не так. У тебя не было рядом. Я думал о тебе. У тебя не было рядом. Простите, мы уже закрываемся. Прошу прощения, но мы уже закрываемся. Иногда я жалею о том, что мы стали взрослыми. Почему? Потому что раньше все было проще. Я была идеалисткой и думала, что все будет так, как я хочу. Однажды я загадала желание, чтобы мы всегда были вместе, чтобы Ванька был рядом, чтобы ты меня любил, чтобы всегда было лето. Смешно, правда? А потом мы стали вдруг взрослыми, и все изменилось. Самое дорогое, что у меня было, это мои девичьи иллюзии. А теперь же все совершенно по-другому. Может быть, пора перелистнуть страницу?
и начать сначала? Нам пора домой. Макс, ты чего катаешься? Я больше не хочу. Хорошо, ставь тарелку в раковину и собирайся, нам пора выходить. Петя. Доброе утро, Марина. В общем так, наш шеф-повар готовит просто гениальные сырники. Ну, я решил вас с Максимычем немножко побаловать. Спасибо, но... Да не за что. Мы уже позавтракали. Ну, ничего, на работе перекусишь. Здорово, Максимыч. Здравствуйте. Ты чего так рано? Ну, решил. Тебя проведут. И заодно отвезти Максимыча в школу. Но... Как-то нужно было его предупредить. Знаешь, ну он же не маленький мальчик, правда? Уже взрослый мужчина. Ты же не будешь всю жизнь отгораживать его от меня. Угу. Ты прав. Максимыч, ну давай. Жду тебя внизу. Мам, я не хочу с ним ехать. Так надо, сынок. Пожалуйста. Ладно. Будь умницей, хорошо? Что ты от меня хочешь? Извини, я просто дозвониться не мог. Потому что я отключила телефон. Почему уехала? А ты не понимаешь? Ну, были у меня косяки. Но у какого мужика их не бывает. Я понимаю, что это не оправдание нифига. Я люблю только тебя. Это не косяк. Руслан, ты с ней сколько спал? 2-3 месяца? Сколько? Ты понимаешь, что я больше никогда не смогу тебе доверять? Я тебе клянусь, я все исправлю. Уезжай и больше никогда не возвращайся. Я тебя видеть не хочу, это понятно? Я никуда не уеду. Даже не думай, песик. Вообще, могу поделиться с псом. Тебе полезно дробно питаться. У меня, Мишаня, сахар низкий. Мне нужно питаться хорошо. Не надо ему ничего давать. Я его к корму не могу приучить. Тайсон, вот найдешь Ванину папку, куплю тебе 2 хот-дога. Что за папка? Да не важно. Что? Что ты там нашел? Что там? Кто-то скотч прилепил. Ваше дело. Куплю тебе 3 килограмма сосисок.
От того, как ты будешь вести себя с покупателями, зависит, купят они что-то или нет. Как ты понимаешь, мы заинтересованы в том, чтобы они купили. Берем перчатку, одеваем, выкладываем украшения и демонстрируем. Твоя задача быть позитивной, участливой, ну и улыбайся, клиентам это нравится. Наденька, ну не волнуйся, это так. Все когда-то начинали, все волновались. Главное, улыбаемся. Мама говорит, ты в прошлой игре гол забил? Угу. Хочешь стать футболистом? Не знаю. А я когда был такой, как ты, хотел. Хотел быть, как Лев Яшин. Круто. Угу. А кто это? Вратарь легендарный. Ну так что, как-нибудь попинаем мячик? У меня вон и поле на примете хорошее имеется. Макс, я люблю твою маму. Нравится тебе это или нет, но я хочу, чтобы ты был счастлив. Я и так счастлив. Что? Я и так счастлив. Понятно. Все, все. Что? Остановите, пожалуйста. Ну, выход дальше. Я тут выйду. Я знаю. Ну что, Макс? Привет. 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 Здорово. О, привет. А ты к начальству? Да, я нашел папку с уликами, мне Ваня рассказывал, ну, когда Грабца взяли. А что за информация? Ваня разрабатывал людей, которые связаны с заказчиками ограблений. Ну, судя по всему, наш клиент. Да. Здравствуйте. Здравствуй, красавица. Что-то себе подбираете? Нет, хочу порадовать свою милую, ненаглядную. Обратите, пожалуйста, внимание на эту коллекцию сережек. Это маленький, а я ее хочу очень сильно радовать. Ах. Много радовать. У нас есть очень красивый золотой браслет. Выполнил модный дизайнер. Марокканский икрам Баш. Обратите внимание, как изящно выполнены звенья. Это ручная работа. Слушай, я тебя здесь раньше не видела. Ты давно здесь работаешь? Первый день. Первый день? Ты новенький. Новенький, не бойся, что ты, я себя не укушу. Разве что, может быть, чуть-чуть надкушу. Арам Рафаэлович, здравствуйте. И мы так рады вас приветствовать. А что же вы мне не позвали, я бы сама вас обслужила. А это Наденька, наша новенькая. Она еще не освоилась, вы не обращайте внимания. Вы хотели браслет, да? Давайте покажу самое лучшее. Ну, покажи, покажи. Алексей Павлюк, 79-го года рождения. Ранее владел транспортной компанией, сейчас временно числится безработным. Неприятное лицо, но... Ваня отрабатывал по делу Грабца. Судя по отметке, Павлюк – ключевая фигура. Это не похоже на ключевую фигуру. Ну и где этот Павлюк сейчас? А, у нас есть адрес его прописки. Да? Так почему вы до сих пор здесь? Поставите? Нет, нет.
тебя оружие с собой? Конечно. Он может оказать сопротивление. Пускай попробует. Да? Ты вообще когда-нибудь стрелял? Стрелял. Тири, за мной. Здрасте, не бойтесь, он не кусает. Пошли, вперед, вперед, вперед. Какая квартира? Седьмая. Ой, это третий этаж. Ага. Пошли, 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 пошли. Будем ломать. Сейчас позвоню ребятам, они все организуют. На это нужно разрешение. Тайсон. Он что-то чует. Что-то не так. Стоять! 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 Уйди! Уйди! Стоять! Тайсон! Тайсон, ко мне! Стой! Ко мне, Тайсон! Записывайте ориентировку. Госномер Павел Андрей, 6773, Михаил Сергей. За рулем преступник, вооружен и особо опасен. Почему мы за ним не поехали? Куда? Поздно. Я передала ориентировку. Тайсон, стоять! Надик. Ой. Красивая ты девушка, Надька. Только о жизни совсем не знаешь. Он приставал ко мне. Ну, он ко всем приставал. Он похотливый, но безобидный. Клиентам нужен индивидуальный подход. Нужно кокетничать, отвечать на флирт, улыбаться, только держать на расстоянии. Мы же не картошку продаем, нужен индивидуальный подход. Он мне... намекал. Надь, не будь дурочкой. Так что у него есть просто деньги, и он желает, чтобы его за эти деньги облизывали. Я не хочу никого облизывать. Хорошо, а в столице работать хочешь? Да. Значит, нужно учиться быть красивой и недоступной. Совсем спрятан. Кать, ну прости, я не знал, куда еще ехать. Тебя видел кто? Да я вроде оторвался, но там была твоя эта... Кто, Марина? Да, с ней молодой опер и пес какой-то. Какой пес? Да я не знаю, какой-то черный боксер, ну, типа того. Вот они меня видели, с ними надо что-то решать. Да что, что решать-то? Тебя уже все видели, идиот. В общем так, снимай номера, полезай в багажник и ни звуку.
Леша, прости, я поставила чайник и уснула. Да ничего, все в порядке. Заварить? Нет, уже не надо. Спасибо. У тебя все в порядке? Руслан ждал меня сегодня возле дома. Чего он хотел? Чтобы я к нему вернулась. А ты? А я не могу его простить. Ох, я уже так от этого устала. Мне кажется, что бы я ни делала, все неправильно. Это не так. Но этот город, эти люди, которые здесь живут, все вокруг чужое. Только не я. Да. Только не ты. А со мной было то же самое. Это пройдет? Ты думаешь? Я знаю. Хочешь, я с ним поговорю? С Русланом? Нет, конечно. К тому же он, скорее всего, уже уехал. Так, лучше давай присаживайся. Расскажи, как у тебя дела. Помнишь, я искал Ванину папку? Угу, помню. Я ее нашел. Оказывается, Ваня разрабатывал банду, которая грабила инкассаторов. Видимо, копнул слишком глубоко. Поэтому его убили? Да. И сегодня мы вышли на след человека, который, скорее всего, виновен в смерти Вани. Что, вы его поймали? Пока нет. Но я тебе обещаю. Я его обязательно поймаю. Да. Кончай, Павлюк. Да. Работа, работа. Что стряслось? Почему так рано? Почему Рымарь не позвонил? Мы же все обсудили. Что случилось? Рано встал. Доброе утро. Хотел тебе сюрприз сделать на завтрак. Пойдем. Сырники уже готовы. Как пахнет вкусно. Ты еще сейчас попробуешь. Прошу. Ну? Как спалось? Не очень. То есть? Снились кошмары. А вот это уже плохо. Наверное, сказывается усталость. Слушай, а может, ну ее, эту работу? В каком смысле? Понимаешь, у меня в ресторане куча дел. Подберем тебе какую-то достойную позицию. Опять же, деньги немалые. Все же не в говне копаться.
Мой дед и отец служили. Я не собираюсь бросать эту работу. Прости, пожалуйста, я правда не хотел. Уже 8 часов, я опаздываю. Ну, поешь. Хотя бы попробуй. Вкусно? Очень. Павел Алексеевич, вызывали? Присядь. Два часа назад на Ильинской нашли тело. Два пулевых. На Ильинской? Это же не наш район. Да, это не наш район, но... Почерк похож на тот, как убили Ивана. В сердце, в затылок 9 калибр. Да, и начальство хочет, чтобы Марина вела это дело. Где она, кстати? На подъезде. Так мы все закрыли. Тайсон, ну ты чего здесь грустишь? Малыш. Привет. Привет. Я тебя прикрыл. Едем на Ильинскую, по дороге все расскажу. А. Тайсон, тебе особое приглашение. Вот так бы сразу. Тайсон. Рядом. Подождите. Труп нашла девушка во время утренней пробежки. Возле тела никого не видела. А камеры? Вот этот отрезок вплоть до поймы. Слепая зона. Убийца наверняка об этом знал. Сработал профессионально. Стреляли дважды, оба раза в упор. Первый выстрел в сердце, второй, так сказать, контрольный в голову. Сейчас устанавливаем личность. Уже установили. Это наш клиент. Был. Быстро они его. Ну и как теперь выйти на его хозяев? Павлюк был единственной ниточкой, ведущей к ним. Тайсон! Ко мне! Тайсон! 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 Ты издеваешься? Нам работать нужно, а не по ресторанам ходить. Дома тебя ждут твои любимые вареники. Это чего? Это Петин ресторан. Кого? Моего друга. А, ну, здорово. Тайсон, ты куда? Погоди ты! О! Ты что делаешь, а? Это машина Павлюка. Интересно, как она здесь оказалась? Мне кажется, нам нужно поговорить с твоим другом, чтобы он нам предоставил записи с видеокамер. Возможно, Павлюк есть на записях. Доброе утро. Доброе утро. А у нас еще кухня не работает, и с собаками к нам нельзя. А он не кусается. Тайсон, мы хотели бы поговорить с Петром. Он уже тут? А, да, конечно, секундочку. Пройдемте. Ну что ты опять делаешь-то? Позоришь меня перед всеми. Все, сиди, сиди. Присаживайтесь.
что, хорошо, богато, красиво. Да, и вкусно. Я в таких никогда и не был. Марина. Привет. Знакомься, это мой коллега, лейтенант Карелин. Присаживайтесь. Чем могу помочь? Петя, ты прости, пожалуйста, что мы тебя с самого утра дергаем. Ну, ты же знаешь, я всегда рад тебя видеть. Что случилось? Мы расследуем дело об ограблении инкассаторов. Угу. Чем могу быть полезен? Дело в том, что одного из подозреваемых сегодня нашли мертвым. Какой ужас. Да, и представляете, как-то неожиданно наш пес с места преступления привел именно сюда. Сюда, в ресторан? Да. А-а-а. Понимаю, там, вероятно, потому что пес учуял запах тартара с лососем. Это у нас блюдо дня. Петя, на заднем дворе мы обнаружили машину убитого. Вот как. Его звали Алексей Павлюк. Ни о чем вам не говорит? Я понимаю, ты удивлен. Мне тоже как-то неловко тебя втягивать во все это. Но все, что нам нужно, это записи с наружных видеокамер. Они принадлежат ресторану? Да. Они всегда включены? Не знаю, надо спросить у службы безопасности. Мы хотели бы поднять записи последних двух дней. Это возможно? Ну, думаю, да. Почему нет? Ну, только, понятно, мне надо запросить у системного администратора. Это займет какое-то время. А сколько? К вечеру будет готов. Спасибо, ты меня очень выручаешь. Ну, что ты. Может, все-таки тартар? Да, с удовольствием. Нет, нам пора. Ну, да. Нам пора. До вечера. Максимыч, привет. Ну что, ты ему веришь? Что? Нет, я сейчас не имею в виду ваши личные отношения. Просто сопоставляю факты. Машина Павлюка стоит рядом с его рестораном. Нет, это ничего не значит. Записи с камер покажут, был ли он связан с Павлюком или нет. Если он, конечно, их предоставит, в чем я сомневаюсь. Послушай, Карелин, я хочу тебе напомнить, что в этом расследовании я старший следователь. И все твои подозрения абсолютно неприемлемы. Чтобы завтра утром у меня был подробный отчет с места убийства Павлюка, понятно? Подвезти? Доберусь. Просто мысли вслух. Пойдем. Ну ты даешь. Первый день я уже такие продажи. Я с ума не могу в это поверить. Все происходит так быстро. А ты знаешь, в нашем бизнесе всегда так. Ну ничего, ты еще окрепнешь, станешь на ножки и гляди, какого... Ой, аккуратно, мужичка себе еще найдешь. Надя! Это кто? Никто. Поговорить надо. Я на одну минутку. Прости, пожалуйста. Что ты тут вообще делаешь? Надюш, послушай, я... Нет, мы с тобой уже все обсудили, Руслан. Надя, поменялся. Я совсем поменялся, я работу сегодня нашел. Я тебе дам все, что хочешь. Ну дай мне шанс. Давай сначала все начнем. С чего ты вообще взял, что мне от тебя что-то нужно? Ты так ничего и не понял. Ты меня предал. Бес попутал. Да в прошлом все. А не для меня. Ну, погоди, но я люблю тебя. Больше жизни люблю. Ночами не сплю, потолок вою. Ну, хочешь, на колени стану, а? Ну, пожалуйста, ну дай мне шанс сказать. А, все хорошо. Да, все в порядке. Я домой доберусь сама. Ты уверена, что все нормально? Да, да, Нечка, все хорошо. До завтра. До завтра. Тайсон. Черт. Ты же не ел у меня ничего. Сейчас. Вот, бутерброд будешь? Иди сюда. Хотя кого я обманываю? Все равно этот отчет сегодня не закончу.
Да? Поехали домой, старик. Кретины. Я здесь живу. Интересно. Илюша, в общем, это Руслан. Он зашел ненадолго и уже уходит. Это Илья. Я знаю, кто это. Ты за братом все время хвостом бегал. Че, ты теперь здесь живешь, да? На свой дом денег нету. Вали отсюда, нищеброд. Что ты сказал? Эй! Эй! А ну! Хватит! Прекратите! Пошли оба на выход! Хватит! Вон! Увидимся еще. Боец. Что, Тайсон, выгнали нас? Будем теперь в машине ночевать. Рядом. Братишка. Виски. Шотландский. 12 лет. Ну, я же вижу. Тебе тоже надо. Спасибо. Тебе не предлагаю. Спасибо. Что случилось? Да. Ничего. А меня тоже сегодня Ленка из дома выгнала. Но я ее все равно люблю. Потому что без нее я вообще никто. Понимаешь? Сколько раз рассыпался на атомы, но потом, как птица Феникс из пепла. Нет. Жизнь — это американские горки, братишка. Только поднялся наверх. И уже летишь вниз. Но после... И ты снова наверху. Главное не сдаваться. Потому что как только ты сдашься, сразу все исчезнет. Понимаешь? Пойду с Ленкой мириться. Может, тебе оставить? Не, спасибо. Я не знаю, что у тебя там случилось, но ты, главное, не унывай. Все только в твоих руках.
Прости меня. Я вспылил. Я был неправ. Юж, да ты меня прости. Хочешь, я прямо сейчас уеду? Нет. Я не знаю, зачем я его сюда пустила. Руслан сам напросился зайти, и я... Мне очень жаль, что я тебя в это все втянула. Да, ничего. Знаешь, я иногда думаю, что нам не стоило расставаться. Все было так просто, понятно, и, может быть, всего бы этого ужаса не случилось. Я очень рада, что ты сейчас тут, рядом со мной. Надь. Я понимаю, что с тобой сейчас происходит. Тобой сейчас руководят эмоции. Я думала... Ты меня больше не любишь. Надя, вот еще неделю назад я бы все отдал, чтобы тебя вернуть. А сейчас я запутался. Прости. Где был? Что случилось? Начальство рвет меч. Жамилев? А? Карелин, где тебя носит? Я все утро тебе звоню. А что случилось? А, дай угадаю. Рыбаль отказался предоставить запись с камер видеонаблюдения. Ребята, оставьте нас на 5 минут. Если ты и дальше будешь саботировать расследование и не выполнять свои прямые обязанности... Он не отдаст тебе запись. Илья! А знаешь почему? Потому что на ней будет отчетливо видно, как он разговаривает с Павлюком. А это, согласись, не лучший расклад. Мне нужен один день. Зачем? Для прояснения ситуации. Что, видеозаписи недостаточно? Эта видеозапись еще ничего не доказывает. Но даже если они разговаривали, может быть, Рымарю не понравилось, как Павлюк припарковался, а признаться боится. Послушай,
если он виноват, он сядет. И тот факт, то, что мы с ним вместе, не сыграет никакой роли. Но если он не виноват, а я надену на него наручники, он меня бросит. Ты так сильно хочешь быть с ним? Дай мне один день. В порядке? Конечно. Признаться, ты серьезно меня смутил своим звонком. Я поняла, что очень соскучилась. Я тоже. Я очень хотел, чтобы так было каждый день. Чтобы... Прости. Это мама. О, это серьезно. Да, мам. Все хорошо? А, да, я с Петей. Подожди секундочку, Петя. Можно я у тебя сегодня останусь на ночь? Ни в коем случае. Приду утром. Да, все в порядке. Целую, пока. Ну что, отпустила? Ну, поворчала немножко. Но отпустила. Молодец. А когда ты уже познакомишь нас с ней? Она непростая женщина. Я тоже непростой человек. Но я думаю, ей понравилось. Я в этом уверена. Петь, прости, что я о работе. Тебе удалось достать записи с видеокамеры? Какие записи? Ой, блин, я забыл, прости. Скажу парням, пусть делает. Надя? Тайсон, где Надя? Надь, нет, ты чего? Что случилось, а? Ты чего плачешь? Кто это сделал? Руслан? Он был жутко пьяный, набросился на меня. Где он сейчас? Надя, где он? Он пошел в бар. Какой? Внизу. Тайсон, охраняй. Право так поступать, слышишь? Ты уродник! Я сейчас полицию вызову. Спокойно! Я сам из полиции. Она же тебе сказала больше не приходить к ней.
А ты кто? Папка? Или мамка? Ты вообще мент жить знаешь? Я с Надюхой 3 года душа в душу прожил. А загулял. С каким мужиком не бывает. Но понятно, злиться. Но только она не айсберг. А тает уж я постараюсь. Вот такое оно. Женское сердце. Да ты ее совсем не знаешь. А ты уверен? А только ты мне лекции не читай. А? Это я могу еще раз морду заехать. Ты мне даже выпить не дал. Мент. Еще раз не придешь? Посажу. А? Хрен тебе. Завтра в полдень будет рейс. Они несколько раз меняли маршрут, но у меня там свой человек. Поедут по Воскобойнической на Петровский бульвар и на Кружную. Только в этот раз сделайте все по-тихому. Не как в прошлом. Менты так на ушах. А, слышишь? Передай малому, пусть лепят за ручатку прямо к коптеру. Отбой. Тебе с ним связываться. Он все равно не отстанет, я его знаю. Отстанет. Ты мой защитник. Ты знаешь, иногда для того, чтобы узнать человека, нужно с ним расстаться. Со мной так же? Что? Ну, поняла, какой я на самом деле? Поняла. Ты намного лучше, чем думаешь. Сильнее и благороднее. Ты очень мужественный. Просто прячешь это под оболочкой испуганного мальчика. Я раньше этого не знала. Спасибо. Ванька бы тобой очень гордился. И там бы тоже. Правда? Уверен. И тобой тоже.
Привет. Привет. Тебе наконец починили машину? Как видишь. Поздравляю. Илья, ты был прав. В чем? Поехали по дороге, расскажу. А Тайсон? Ну, он же воспитанный пес. Слышал? Воспитанный пес. Сегодня ночью я слышала, что он планирует очередное ограбление. Когда планирует? Завтра. Значит, надо брать. А что у нас есть на него? У нас есть видеозапись. Это как минимум повод его задержать и допросить. Илья, он богатый человек. Подкупит судью, наймет лучшего адвоката. Тот докажет, что это было просто общение с посетителем. Аудиозаписи разговора у нас нет. А значит, нет фактического доказательства того, что он причастен к преступлению. И что? Я считаю, что нужно брать его на горячем. Ну, на горячем так на горячем. Рядом. Илья. Да. У меня к тебе большая просьба. Да? Ты можешь мне афишировать то, что мы с Рымарем были вместе? Конечно. Но все равно это рано или поздно всплывет. Возможно. Но мне бы этого очень не хотелось. Рядом. Петр Андреевич Рымль, 77-го года рождения. Ресторатор. Ранее не судим. Думаете, он Ваню заказал? Ваня почти на него вышел. Рымль это почувствовал и убрал его. У нас есть чем подтвердить обвинение? Пока мы не можем этого доказать. Но знаем, что он планирует очередное ограбление. Когда? Завтра в полдень. Мы хотим предотвратить ограбление и взять всех с поличным. Хорошо, работайте. Обо всех движениях сразу докладывайте мне. Есть. Знакомьтесь, это Петр Рымарь, наш главный подозреваемый. Мы считаем, что именно он является организатором всех ограблений, а также заказчиком убийства капитана Коротченко. Но чтобы привлечь его к ответственности, нужно задержать его подручных, непосредственных грабителей. Я бы с ним на допросе поработал. У нас есть информация, то, что завтра в 12 часов произойдет ограбление инкассаторской машины, деньги повезут через Воскобойниковскую и Петровский бульвар. Но ситуацию осложняет тот факт, то, что злоумышленниками будет использоваться квадрокоптер. Поэтому вести машину стандартным образом нельзя. Засветимся, они не станут грабить. Я предлагаю вести их на своей гражданской машине. Женщина за рулем вызовет меньше подозрений. Я бы поспорил. Со мной на прикрытии Илья и Тайсон. А нам что прикажешь делать? А вам быть с группой радиоперехвата. Заперинговать место, из которого будут управлять квадрокоптером. Помешать взорвать машину, ну и накрыть преступников. Я, кстати, в армии связистом служил, так у нас... А если преступники поменяют план? Вот, допустим, будет не квадрокоптер, а машинка на радиоуправлении. Что тогда? Ну, слушай, ну какая разница? Главное, чтобы был радиосигнал, а там запеленгуем и накроем. Всем все понятно? Прекрасно. Спасибо.
Привет. Вы как раз вовремя. Рагу уже почти готово. Что, вы устали? Ну, есть немного. Тише. Слушай, Илюш. О. Помнишь, ты говорил, что вы нашли человека, который заказал Ваню? Помню. Ты говорил, что его убили, потому что он подобрался к ним слишком близко. Да. Я тебя очень прошу. Будь осторожен. Я не хочу тебя потерять. Мои руки. А ты лапы. Слышал? Руки. Пошли. Очень вкусно. Я тебя сегодня видела с этой девушкой. С кем? С брюнеткой. Вы разговаривали во дворе. А, это Марина, моя коллега. Я тебе рассказывал про нее. Да, я так и поняла. Она симпатичная. Мне показалось, что ты посмотрел на нее как-то. Как? Как будто она тебе нравится. Я так и знала. Она тебе нравится. Ну все, теперь стала на свои места. Ясно. Что стало? Что ты влюбился, Илюш? Знаешь, мы давно не виделись. Но есть вещи, которые ты никогда не сможешь от меня скрыть. И какие же, например? А знаешь, что самое интересное? Что? Что? Мне показалось, ты ей тоже симпатичен. Да не придумывай, она просто коллега. Ну, правда. Послушай, мы с разных планет. Она важняк из управления, я... А ты Илья Карелин. Ты полицейский и самый лучший парень, которого я только знаю. Да, вот только обидно. За что? За то, что я тебя упустила. Най. Знаю, знаю. Это моя ошибка, ты здесь ни при чем. Знаешь, я всегда думала, что моя настоящая жизнь, она где-то там далеко. Но на самом деле она в этом городе, в этой квартире, на этой кухне, рядом с тобой и Тайсоном. Если бы я только могла отмотать время обратно, я бы обязательно с тобой поехала. Все было бы совершенно по-другому. Ваня был бы жив. И мы бы были с тобой вместе. Надя, ты... Все, что я хочу тебе сказать, Илья, используй свой шанс. Если она тебе нравится, не упусти ее. Я не знаю. Ну, пойми ты, мы все время себе обещаем, что мы будем смелее, будем мудрее, что мы будем сражаться за свое счастье. Не сейчас. Завтра, послезавтра, где-то через месяц. Важно то, что есть сейчас. Поэтому, если она тебе действительно дорога, борись за нее. Спасибо.
пора. Дистанция 2 километра. А ну-ка опустись ниже, я хочу посмотреть, кто едет в машине за инкассатором. Делай. Есть исходящий сигнал. Определяй место расположения. Марина, у нас гости. По-моему, началось. Дистанция 300 метров. Все чисто. Взрывай. Сигнал исходит с точки на 2 часа, дистанция 200 метров. Глуши коптер. Что происходит? Ну? Черт, сигнала нет. Вон машина справа. Здравствуйте, вы Марина? Да. Меня зовут Надя, я подруга Ильи. Скажите, как он? Прооперировали удачно. Пуля прошла насквозь, артерия не задета. Но он еще очень слаб. А к нему можно? Врачи просили не беспокоить. Хорошо, я тогда здесь его подожду. Спасибо. Илья мне говорил о вас. Вы им очень дороги. Я?
Простите, я просто хотела, чтобы вы это знали. Вы извините, мне нужно идти. Ну что, Валиулин, мы знаем, что ты работаешь на Рыморе. Буду с тобой честна. По совокупности всех ограблений и покушений на убийство ты тянешь на пожизненное. Но я готова дать тебе шанс не сгнить в тюрьме и выйти на свободу лет через 15. А что надо вам? Все, что нам нужно, это то, чтобы ты сдал Рыморе. Правда, не знаю, где он. В общем, отработал ресторан. Ушел он в половине первого. В каком направлении, никто не знает. Ну, а я дом Рымаря вернул, перевернул. Ничего нет. Отработал соседей, оставил засаду. Объявляем его немедленно в розыск. Делается. Прости, Илюш, я не хотела тебя разбудить. Который час? 10:00 вечера. Кто к тебе только не приходил с работы. Все хотели с тобой поговорить, а ты все спал и спал. Марина. Она была здесь целый день. С ней все в порядке? Да, все в порядке. Давай я тебе помогу. Осторожно. Господи. Сильно болит? Ага. Тайсон Иванович, как ты? Надо же. Никогда не думал, что меня ранят в перестрелке. Прям как в кино. Ой, боже. Илюша, я очень за тебя переживала. Я тебя умоляю, пообещай мне, что такое больше не повторится. Обещаю. Твои коллеги сказали, что ты спас жизнь Марине. Это правда? Так получилось? Ты ее с собой прикрыл? Так сложились обстоятельства. Это не просто обстоятельства. Что ты имеешь в виду? Тайсон на тебя целый день не отходит. Я пыталась его забрать, но он ни в какую. Может, забрать его домой? Да ладно, пускай остается. Ну, если врачи не против. Хорошо, тогда я еще зайду завтра. Конечно. Помнишь, что я тебе говорила? Наша жизнь, она здесь и сейчас. Позвони ей.
Пойдем. Мам, а можно я еще как-нибудь погуляю с Тайсоном? Ну, и с дядей Ильей. А ты хочешь? Ну, тогда, конечно, можно. А тебе нравится дядя Илья? Мне нравится. Он клевый. А почему ты так думаешь? Не знаю. Он лучше, чем дядя Петя. Ну, пойдем. Устал? Залетай. Сначала моем руки. Мама, у меня дырка в носке. Ладно, снимай, я зашла. Мой руки, я пойду ужин приготовлю, хорошо? Мариша! Мариша! Наш повар снова приготовил просто фантастический. Вишневый пирог. Вы обязательно должен попробовать. Ты что здесь делаешь? О, прости. Нехорошо, Марин. Нехорошо как-то получается. Твои шакалы выломали дверь в мой дом. И вернули там все вверх дном. Шарились по моему ресторану. Кто-то должен за все это ответить. Ты как думаешь? Оп. Оп. Со мной делай все, что хочешь. Не трогай Максима. Мы же с ним друзья. Я тебе больше скажу. Вообще, он мне как сын. Я же сам без отца рос. Я тебе не рассказывал? Вот. Отца посадили в 72-м за разбой. Он сел и уже не вышел. На свободу. Зарезали. Поэтому я, когда вас с Максимычем повстречал, я сразу решил. Хочу быть отцом этому пацану. Действительно, хорошим отцом. Таким, какого у меня самого не было. Не судьба. Пожалуйста. Что ты? Скажи мне. Чего тебе не хватало, а? Чего ты ввязалась во все это? Ну, чего тебе не хватало? Чего? Машина, квартира, пожалуйста, Вова, пожалуйста. Я же все для вас, Максим. Я тебя ни о чем не просила. Не просила. Но ты
Ты знала. Ты знала, что я тебя люблю и все сделаю для тебя и для малого. Оружие при тебе? Нет. Ты же знаешь, я всегда оставляю его в сейфе на работе. Раз, два, три, четыре, пять. Макса я иду искать. Это наша с ним любимая игра. Мариш, Мариш, ну ты чего? Да я все прекрасно понимаю. Ты потомственный полицейский. Хорошо делаешь свою работу. Ну, сам урожаешься, все такое. Но нельзя. Нельзя быть такой эгоисткой. Давай, одевайся. Все нормально, все нормально. Давай, 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 беги, собирайся. Поедем покатаемся. Хорошо? Возьмем у мамы машину. Мама, ты не против, если мы... О, как раз и ключи. Ну, что ты? Не переживай. Давай, одевайся тепленько. Макс. Не хочу, чтобы ты простыл. Макс, делай все, что он тебе скажет. Хорошо? Это скоро закончится, я тебе обещаю. Не давай пустых обещаний. Как жаль, что все так заканчивается. Помни, это все во всем виновата. Только ты. Давай, Борис, пойдем, пойдем. Не бойся. Давай, давай. Давай, давай, давай. Не дури. Тайсон, пошли, пошли. Давай. Надя, спасибо, до завтра. Проводите девушку до самой двери. Ну все, езжайте. Пошли. Пошли, пошли, пошли.
А Тайсон будет жить? Конечно, сынок. Конечно, все будет хорошо. Это я во всем виноват. Я был плохим хозяином, плохим напарником. Это все из-за меня. Рядом Тайсон. Я давно не видела Макса таким счастливым. Да они теперь с Тайсоном не разлей вода. Когда ты уходишь? А ты хочешь, чтобы я ушла? Конечно. Нет. Просто я подумала... Что? Что хотела бы задержаться. Правда? Почему? Потому что я наконец нашла напарника, о котором могу только мечтать.